Добро пожаловать на сильные предсказательные расклады. А с кем он сегодня и сейчас? И не собирается ли с тобой встречать праздник? Ближайший праздник. Да, да, да. Смотрим вместе. Что он думает о тебе сейчас? С кем он сейчас? А теперь смотри на эти две карты. Сюда говори свое имя, сюда его имя. Что он думает о тебе? Ну, знаешь, он говорит, что ты для него самое драгоценное, и ты его научила любить, ты его научила ценить. Ты научила его благодарить. Очень приятная карта. И она выпала только тебе. На твое имя. Высшие силы. В том числе благодарят тебя, потому что ты выполняешь правильно. Идешь по жизни верно. Ну что ж. Значит, он это сделал неправильно, да? Шагнул не туда, поворот не туда. Это его проблема. Думает он о тебе прекрасно. Но он сейчас же не с тобой. А с кем? Смотри на эту свечу. Считывает информацию с тебя. Теперь смотри сюда. С кем он? Женщина, которая его к себе приманила. Судьба, которая его от тебя увела. Увезла, причем быстро, молниеносно. Черный конь, это блокировка. Это черная полоса в твоей жизни. Прокатилась эта колесница по твоему сердцу. Тебе тяжело дышать даже. А он ускакал. С кем он сейчас? Ну, видим мы здесь пару, да, лошадей. Черная и белая. Значит, с кем-то. А ты ждешь его. А он любит тебя. Оценит-то он тебя. Карта мира упала. Помиритесь вы скоро. Не забудь выполнить все условия на моем волшебном канале. Все происходит так, как я говорю. При условии, если выполняешь то, что я говорю. Я проверю каждого. Ну что? Карта уже наперед сказала, что вы помиритесь. Значит, ты все-таки... То, что я буду говорить в конце, выполнишь. И мы совершим с тобой такой классный обрядик. Чтобы он вернулся к тебе. Он же любит тебя и хочет тебя, как этот огонь. Тебе же нравится смотреть на этот огонь. Давай сделаем так, чтобы он смотрел только на тебя. И ты у него была самая единственная. Ненаглядная и долгожданная. Желаешь? Не забудь поставить этому видео лайк, а то не сбудется. Деньги просят. За обряд деньги хотят. Но мне не надо денег. Просто выполни то, что я в конце скажу. Мне не надо денег. Выполни то, что я скажу. Ну что, дальше идем. Вообще, по судьбе этот человек тебе или нет? По судьбе. Он просто себя любит еще много. Себя любит, поэтому тебе не очень комфортно на него смотреть. Не очень комфортно ваши отношения происходят. Еще одна карта говорит, он себя любит.
Он вкладывает в себя больше. Вот поэтому у вас все нестыковки идут. Потому что он вкладывает в себя больше, чем в тебя. И убежал, и ушел так первого. Что у тебя на душе? Человек. Ты знаешь, ты уже в той стадии, которая ты уже готов ему все вообще простить. Лишь бы только вернись. То есть на такой стадии, где ты все готова ему прощать. Мало того, ты его уже... Ну, сама понимаешь, что. Ты его уже оправдываешь. Все, что он натворил, все, что он сделал, ты уже начинаешь его оправдывать. А зачем ты так делаешь? Выбор. Потому что ты все обдумала и поняла, что лучше худой мир, чем война, да? Одинаковые карты, посмотри повнимательно. Что ты, что он. У него выбор, у тебя выбор. Вам каждому был дан выбор. Вы воспользуетесь этим выбором? Ну, ты точно воспользуешься, потому что ты на волшебном канале, и ты уже знаешь, что надо сделать, дождаться до конца этого видео. И я скажу, что сделать. Нет. Деньги побереги для себя. Для ресторана, для банкета, для свадьбы. Мне не надо твоих денег. Просто выполни, что я в конце скажу. И он будет твоим. Потому что он запутался. А тебе надо его, дорогая, вот видишь, вымаливаешь. Тебе надо его распутать. Тебе дают этот клубок, чтобы ты его распутала. То есть, если ты, вот он запутанный, видишь, в проводах. То есть, если ты это не воспользуешься, к сожалению, тебе и вообще как проклятие потом будет. И на весь род тебе сделают проклятие. Смотри в свечу, чтобы этого не произошло. Смотри внимательно. Никакого проклятия, чтобы на тебя не нанесли. Когда он будет к ней возвращаться? 2 дня, 2 недели, 2 месяца. Все, что связано с цифрой 2. Через 2 часа он к тебе может вернуться, смотря как ты выполнишь задание. Договор. Итак, сейчас я как раз таки буду озвучивать этот договор. Тот самый договор с высшими силами. И именно они тебе дадут тогда твое счастье. Вот она, ты веселая. Вот он, твой жеребец. Говорится, бери его. В течение 3 часов. Внимание, условия. Нужно поставить этому видео лайк. Поделиться не менее 5 человек. Живые люди. Мертвым отправишь, ничего не сбудется. Предупреждаю сразу. В магазину отправишь, каким-нибудь рекламным компаниям. Ничего не сбудется. Живым людям. Копируешь, идешь в разные соцсети и отправляешь это видео. Чужим можешь отправить, главное, живым. И все исполнится. Праздник будет в твоей жизни. Далее, не забудь на свадьбу пригласить. И написать в комментариях, что я сегодня все, как сказали, сделала. Потому что я его люблю. Я уже его простила. Но я не упала, я королева. Дальше выше только звезды, а я королева. Да, он моих ног будет. Да, он будет восхвалять меня, любить, ценить, уважать, подарки дарить. Потому что, запомни, ты королева. Ты пришла в этот мир, да, проучить этого красавчика, этого твоего любимчика. Ну что? Условия я озвучил. Денег мне от тебя никаких не надо. Я запускаю этот обряд, и он исполнится.
Да будет так. Аминь. Условия я уже озвучил. Теперь жду твоих действий.